Здорово! Вы на канале Саня Гик Командор. И это очередной обзор про Hot Wheels. Вот можете мне ответить? Сейчас достану. Какой лучше? Красный Bone Shaker или синий? По-моему, Monster Truck Bone Shaker. Вот такой гигант. Первый за всю мою коллекцию гигантский Bone Shaker. Не вот такой какой-то маленький, а реальный гигант. Это пятая машина из серии Monster Mist Bone Shaker. Я нашел только такой. Он был единственный. Hot Wheels Monster Trucks. Marvel? Почему Marvel? Это орки из Warcraft, а здесь какой-то что-то Marvel написано. Есть еще другие машины, но как вы поняли, я. Вот он. Monster Truck, который не поместит. Который может поместиться только на две трассы. Это мега Bone Shaker. Сравнивать я даже не буду. Вы поняли, короче, какой гигантский. А еще ему сделали типа подвески. Смотрите. Когда он наклоняется либо влево или вправо, то у него колеса так делаются. Очень круто. В комплекте еще шла такая машина. Типа он ее вот так раздавил, переехал, раздавил. По форме я не могу понять, что это за машина. На упаковке написано то, что вы можете эти машины прикреплять. И у вас получится какая-то фигня. Очень крутой. Гарманный цвет. Черный и лаймовый. Мне такой цвет нравится. При этом мой скин на Beat Саню типа такой же. Вот. Вообще внизу. Имитация подвески. Ну так делает. Короче, крутая машина. Очень крутая. Сейчас я вам его попробую вблизи. Забыл сказать то, что на колесах написано Hot Wheels. Переходим к следующей машине. И вы только что смотрели этот ролик, который был про эту новую крутую машину. Роборейс Робокар. Машина. Робот вроде. Наконец-то сделали такую большую упаковку, как в Америке. И сзади описание коллекции. Сейчас откроем и посмотрим. Кстати, из коллекции Hot Wheels Race Day. Вот такой робокар. Выполнен в черно, в
черном и желтом цвете. Надпись 33, не знаю, что она обозначает. Robo Race и логотип. Если сравнивать, то на нафиг переехал, пипец. Короче, это был обзор на две новые машины в моей коллекции. Всем удачи, всем пока, hasta la vista, yo soy de rancho, я не знаю, что говорить, короче, всем удачи.